Як 130 удалась машина, насколько я понимаю. Там еще была Мегатея, мне жалко, что она так, они там в конкурсе не победили, но не в этом дело. Но сейчас у нас Як-130 фактически современная обучающая машина. Она учебно-боевая, она может там коэффициенты управления как-то менять, может стать там 124-м там, и так далее. Но это, в общем, сейчас уже там много делает уже. Это 40 штук в год делает этот Иркутск. И уже покупает за рубежом. Ну, повезло, позволяет.